Алматинские школьники выиграли чемпионат по робототехнике в Индонезии. Защищать честь города отправилась команда 124. На протяжении нескольких дней ребята наравне со 150 участниками демонстрировали свои лучшие работы. В результате наша сборная завоевала 7 медалей. О их яркой победе материал Айданы Нураш. First Global Challenge – это всемирный чемпионат по робототехнике в олимпийском стиле, который ежегодно проводится в разных странах мира. В этом году он прошел в индонезийском городе Депок. В соревнованиях приняли участие 30 команд из 5 стран, в том числе и наши алматинские школьники. По словам капитана команды, все началось с квалификационных игр. С этого этапа они не сдавали свои позиции. Первые 30 секунд матча робот должен был работать полностью автономно. То есть драйвер, никто не может касаться этого робота, он должен работать сам. Он должен был отсканировать специально и понять, где находится, так сказать, маяк. Это у каждой команды был свой маяк. И после чего он должен был возле маяка оставить шестигранный пиксель и отсканировать QR-код. На создание технологии ушло целых 1,5 года. Благодаря сплоченности, умению программировать, строить и управлять роботами, команда смогла завоевать заслуженное первое место. По словам школьников, это очередной триумф для страны. Робота не сможет построить один человек. Благодаря нашей сплоченной команде мы достигли таких высоких результатов. После того, как у нас появились учебные кабинеты робототехники, собралось несколько желающих, и таким образом образовалась новая команда. Дальше больше. Алматинские школьники наравне с другими юными робототехниками из стран Юго-Восточной Азии на протяжении нескольких дней демонстрировали свои лучшие работы. По итогам соревнований копилка нашей сборной пополнилась 7 наградами. По словам тренера команды, ребята показали достойные результаты. На соревнованиях было очень много сильных команд. Они в подобных открытых играх принимали участие как минимум 4-5 лет. А наши ученики в течение 1 года достигли таких результатов. Это показывает талант и знания наших казахстанских школьников. Таким образом, забрали 7 наград. Стоит отметить, что путевку на чемпионат по робототехнике в Индонезию школьники получили на республиканском турнире «Алматы Тех Кап» в декабре прошлого года. Айдана Нураш, Аида Иманали, Ялкунжан Ашимжанов, телеканал «Алматы».